Более 366 миллионов рублей за 7 месяцев этого года направлено на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нашем регионе. Это больше на 20%, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с 2020-м объем средств на реализацию национальных проектов увеличился более чем на 500 миллионов рублей, или на 8%. Общий объем финансирования приоритетных задач – 6 миллиардов 700 миллионов рублей, 5 миллиардов 600 миллионов рублей – целевые средства, выделенные из федерального бюджета. Такие цифры были озвучены на аппаратном совещании в областной администрации. В этом году безвозмездные поступления из федерального бюджета прогнозируются в объеме, превышающем 19,7 миллиарда рублей. Особое внимание заслуживает реализация национальных проектов. На эти цели из федерального бюджета региону выделено 1 миллиард 600 миллионов рублей, прежде всего на выполнение показателей по национальным проектам «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».